Напольные старинные кабинетные часы являются настоящим украшением одного из залов Литературного музея «Дом Языковых». Они были приобретены в 1992 году для музея в антикварном магазине Санкт-Петербурга. Но созданы они были в Симбирске в середине 19 столетия. Благодаря надписи, нанесенной по центру большого циферблата, мы знаем имя мастера – Карл Карлович Вейс. Таким образом, часы вернулись на свою историческую родину. Об этом искусном мастере известно, что в 1840-1860-х годах он, саксонский подданный, жил и работал в Симбирске, занимаясь не только ремонтом часов, но и изготовлением новых оригинальных по конструкции часовых механизмов. Уникальный механизм часов в музее «Дом Языковых» размещается в массивном деревянном футляре, напоминающем узкий застекленный шкаф в рост человека. Оригинальность, неповторимость внешнего облика часов и в наличии не одного, а трех циферблатов, отдельно для каждой из стрелок – секундный, минутный, часовой. В 2010 году футляр часов мастера Вейса был отреставрирован по программе «Культура России». Но наладить работу самого часового механизма не получилось. Сложность в том, что мастер отдельные детали часового механизма создавал собственноручно, без импортных комплектующих, в отличие от коллег, которые закупали их в Европе.